Я снова всех приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Мигу, и мы с вами продолжаем играть в Need for Speed 2015 года. Итак, у нас сейчас гонка будет Джимхана, дрифт, и я решил поменять форму Мустанг на Nissan Silvia, потому что мы на ней совсем не катаемся, а на Мустанге, точнее, наоборот, на Silvia мне бы хотелось покататься. Это как раз сюжетное задание от Эми, которое нам очень нужно. Эми. А, все, 45 тысяч. Погнали. Воу. Я нажал вид камеры и что-то немного... Так, стоп, что-то я не... Есть, не задел. Ага. 10 тысяч. А, ну тут, в принципе, легко. Если тут на каждом... Я успел взять очки. А мне ж не надо с ней ехать обязательно. Есть, да, мне не надо с ней обязательно ехать. Класс. Пускай она едет вперед. Стой! Блин, сбился. Так, не люблю эти закоулки. Не люблю. Вот, вот тут точно не люблю. Как тут можно проехать? А, у меня 2 минуты еще. Вот это я зря. Вот это я зря, у меня же время. У меня время, и осталось 25 тысяч. В принципе, реально, но... Прикол в том, что время. И почему ты ничего не взяла, машинка? Приходится как-то вот так вот утаскивать. Воу! Чувак! Откуда ты берешься? Так. Что-то я не в форме. Надо прийти в форму и гнать. Осталось 3 километра, минута. Невозможно. Господа полицейские, я вам не буду мешать. Ловите Эми. Ой, а ты за мной, да? Эми! Блин. Я припарковался, очень удобно, кстати. Так, минута. Почему-то мне кажется, что я буду сейчас приигрывать заново. Потому что как-то... Почему здесь нельзя по очкам выиграть? 40 секунд я не успею доехать. Если здесь еще и время учитывается, то я точно не успею. А по очкам я вытащил почти. Опа, я еще эпичнее заехал. У нас 30 секунд. И я выиграл. Давай! Эми. Эми. Во, машина из ниоткуда появилась. Круто, да? Давай, 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 давай. 400 метров, 20 секунд, я успею. Фу. Я не хотел, если честно, переигрывать. Очень не хотел, но я сделал это. Все круто. 12 тысяч. Прошел себя как буль, как пуля. Шикарно. Выполнено красиво. Пока Эми. Так, больше у нас нету дрифт-заданий. Поэтому я... Да, у меня же нет дрифт-заданий. А, давайте с Ману встретимся. Ой, я телепортнулся. Хотел доехать, ладно. Давайте сейчас с ним встретимся, и у меня есть одна идея. Повторил Кена. Точно тебе говорю. А? 10 тысяч просмотров за час. Куда больше, чем когда я запостил, как Спайк поет в душе. Эй, сработал отлично. Это их минута славы. Пусть радуются. Трэвис, видал уже? Браво, парни. Мило. Все как у Блока. В смысле? Эй, народ, 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 потише там, тише! Кен. Привет, Кен. Да нет, одним дублем, серьезно. Идет.
Спасибо. Давай. Кен звонил. Видос посмотрел. Хочет запостить в Хунниган. Блин, да это ж круто! Нет. Надо придумать такое, чтобы даже Трэвис офигел. И ни за кем не повторять. Да. Ты со мной? Нет, он правильно сказал, то, что не надо за кем-то повторять, это да. Это... У каждого должен быть индивидуальный дрифт. Так, полагаю, нас ждет еще одна гонка по дрифту, да? Или нет? Никто не позвонит? Давай, итак, обновлено место на картинку. Давайте сразу посмотрю. Здесь. А, это гонка на время. Интересно. Возможно, я прокачусь сейчас. Итак, мой сюрприз заключился в том, что я взял Subaru. Потому что я ее прокачал, и она такого желтого цвета, как Бамблби. Ну, типа того. Так, сейчас он спринт с Магнусом. А мы разве его не проходили? Подождите, стоп, мы разве не проходили-то? Ой, машинка, не привык. Ой-ой-ой, он от меня оторвался. Ножички-кошечки. Она так медленно разгоняется. Но я хотя бы от него не отстаю. Мы разве не проходили эту гонку в прошлом выпуске? Мы же проходили ее. Или типа должно быть два заезда. Привет. Ну что бы тут гоняли, Олег? Дружище. Ух ты, я от него не отстал еще. Ух ты, как мы идем с ним наравне. Тут я вытащу. Все. О, это за мной. Нет, смотрите, однако Subaru тащит. Я думал, это вот всегда. Я ничего не знаю, Эймс. Точно? Я бы сказал, может, Робин знает. Неа, она не в курсе. Чертов Спайк, он знает, но не говорит. Я задам этому балбесу. Ладно, в гараж заскочу. Попробую разузнать, что к чему. Было бы здорово. Увидимся еще. Парень, давай в гараж. Помогу, чем смогу, черт возьми. Тебя это тоже касается. Тащить быстрее. Спасибо, Эми. Спасибо, что ты такое время позвонила. Нет. Магнус. Реально на пределе. Вот поэтому нельзя разговаривать, когда за рулем. Нельзя. Это очень плохо. Даже в игре. Такс, я предлагаю... Что тут у нас? Да гараж. Встретиться ими в гараже. Давайте доедем. Встретимся. Все равно в гараж собирался ехать. Еще поговорить. Так, сейчас мы встретимся с Эми. Потом мы пойдем на кольцевую гонку от Эдис Челлендж. Потому что на нее надо сходить. Мне интересно. О, еще один парень на Subaru. Мне интересно, справимся мы или нет. Что значит?
узнаешь что-то важное и потом просто уйти. Ну, извиняй, эта информация дорого стоит. Оплатить ты не хочешь. Здорово. Ладно, хорошо, хорошо. Перепрошью твой блог. Окей? Рассказывай, не тяни, давай. Кореш мой заезжал в кафе, видел Трэвиса с Накай Саном. Ладно, Спайк, если ты врешь, клянусь, ей-богу, я... Эй! Накай-сан, кое дес. Йоросшику, не? Кимитачи га васа на мастабиру да, но втори мина, не? Йоросшику. Привет, я Спайк. Как жизнь? Дому. Каре га опоттета эса, не? Чё он про меня сказал? Заткнись, Спайк. Сользерю на хёген ва... Бугра ой чёнь сасэру кара, не? Демо крума ва онажи моно ва най си... 1台1台 それぞれ違う. Перевод такой. Нас объединяет самовыражение. Одинаковых машин нет. В каждой есть что-то свое. Крума-но-кайзо-ва-жи-ко-хё-ген-да. Пройдемся, покажу все. В общем, тут вот у нас запчасти. Встреча с легендарным мастером тюнинга Накай-сан. Достижение. Итак, мы берем. А что я хотел взять? А, я хотел взять Lamborghini или Skyline. Давайте Skyline возьмем. Я хочу Skyline взять. Не знаю почему, но хочу Skyline. Так, теперь мы летим. Телепорт на кольцевую гонку. Я надеюсь, эта гонка будет, знаете как? Она будет в основном по прямой. Если по прямой, мы вытащим. Если какими-то поворотами, то еще возможно. А если там только сплошные повороты, то я думаю, мы не вытащим на сказание, навряд ли. Не, на встречу с легендой, это круто. Получается, на сегодня две легенды звонили. Ну, разговаривали мы с двумя легендами. Это получается Кен Блок и Накай-сан. Круто. Так, что-то мы далеко летим. Спайк. Ну и что это значит? Не, Маду, все не так. Слушай, угомонись, ты дал нам слово. Ага, эй, глянь-ка, кто тут. Давай, тащись в бар, дружище, быстрее. Есть что обсудить, это важно. Спайк. Да, все окей, Маду. До встречи. У него точно шила задница. Ты поедешь, Ману? Я не могу. Похоже, выбора у меня нет. Эй, полегче там со Спайком. Ему сейчас нелегко, окей? Увидимся. Полиция с ума сошла, ладно. Приступите. Кольцевая гонка на время. Быстрый гонщик. 9-й заезд. Их 15. Нормально. 9. Ох, и жарко тут. Ой, не говори. Как тут жарко. Я выжимаю по максимуму, как могу. Скайлайн чуть-чуть пляшет, но... Ой-ой-ой, вот это очень плохо. Но ничего страшного, мы справимся. В принципе, да, все. Здесь хорошая трасса. В принципе, реально. Сколько у меня секунд? 41, плохо, если честно. Хотя нет, нормально. Учитывая их результаты и мои, мне еще прилично. Вот здесь можно резать очень жестко. Это хороший плюс. Так, самый сложный поворот будет вон там. Вот этот. Как же вы достали все звонить? Говорил бы ты со Спайком. Почти во всем этом он себя винит. Мне это уже надоело. Совсем надоело. Я на вы. И ты как друг составишь мне компанию. Приезжай. Ты же сказал, не приедешь. Во-первых, что это значит все из-за меня? 34 секунды, вот это плохо. У нас еще есть две попытки.
Две попытки как минимум. Это нужно сделать. Вот здесь я не понимаю как. А, вот. С ручником. И сейчас хуже я приехал, по-моему. Я... Его немного носит. Вот поэтому обидно. Я могу так срезать. Ха. Смотрите, какой лайфхак. Так круто. Можно так срезать, дико. Так, тут с ручником. Нет. Что ты сделала? О боже мой, какой ужас. Она так идеально шла. Я не успею, да? Блин, плюс. Здесь, короче, можно вот так вот не резать, а вот так вот сделать. Ну ладно, мы все равно уже поиграли. Так, ну в принципе это реально. Третий, четвертый. В смысле, я четвертый еще? Я еще и четвертый? Ты серьезно? Это вообще не круто. Да. По многочисленным заявкам мы повторяем последний заезд. Похоже, у вас много поклонников. Итак, еще одна попытка. Только теперь на Ламборджини. Ох, и жарко тут. Ух, да, теперь я готов. Я настроен решительно. Конечно, копы здесь не в тему. Здесь я могу срезать чисто для себя. Я, скорее всего, так и буду делать, потому что там нет меня не ссою. Слушайте, на Ламборджини мы увереннее держимся. Это было очень круто. 35, уже 35. Уже неплохо. Так, здесь мы режем сразу. Законом не запрещено. Ага, хорошо. Я боюсь этот поворот реально. Ой, как я вовремя сейчас. Это было очень зря. Вот это был зря. Я просто нитро по кулдауну юзаю. Так, 30, сколько там? 32? Да как так-то? Вот как это они могут быстрее меня, если я впереди? Хотя, подождите, пауки еще да могут. Как мне сейчас необходим этот новый уровень? Я еще на третьем месте. Так, первый неплохо. Так, здесь столб. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот. Ага. Сейчас главное удержать. Так, хорошо. Еще минус 92 секунды. Ну, миллисекунды, конечно. Твою мышь. Вот надо было ему так из ниоткуда. 29 секунд, ладно. 29, у меня еще 2 секунды отрыв. И все, получается, они не успеют. Ну, по логике еще я надеюсь. Вот сейчас плюс 6 секунд, ой, круто. А все, мне осталось их ждать. И надеяться, что они не проедут. 5, 4, 3, 2, 1.
Yes. Пир 12 тысяч, все хорошо. Вот он Ламборджини я вытащил. Блин, да, Skyline подвел. Или это я так плохо не управлял? Финале будем сражаться. Ничего себе. Так, еще одна кольцо. А, это просто кольцевая гонка. Не, давайте смотрите. Предлагаю встретиться с Тим. Вот, мы давно с Робин не встречались. Предлагаю сейчас встретиться с Робин, а потом уже отправиться либо на спринт к Ману, либо на эту кольцевую гонку. Но мне кажется, я отправлюсь, скорее всего, на спринт к Ману. Да, думаю, я отправлюсь, скорее всего, на спринт. Мне так больше хочется. Хотя, если мы, конечно, еще успеем на крутую гонку, то я за. Ты не стесняйся, они такие же, как мы с тобой. Не пойму. Они были тут пару минут назад. Блин, просто супер. Смотри. Снимайте живо, или нас сало порублю! Все, все, это клуб придумал. Да ладно. Что за маски? Это к чему все? Честно? К тому, что тебя назначили пиццу резать. Вот, это те самые парни. Видел тебя в деле, красава. Так держать. Точно, старик. Ага. Да, если и правда давай. Хочешь к ним, надо будет поработать над репутацией. Выжми все из своей тачки и разорви покрышки в клочья. Чтоб все ревело и дымилось, ага. Да. Справишься? Падай. А, ну и вот я. Отличный диалог, мне понравился. Это вот эти парни Risky Devil, с которыми мы гоняли. Класс. Мне кажется, мне сейчас позвонит Робин и скажет, типа, давай с ним погоняй. Ну, что-то в этом роде. Но она не успела. Идеальное переключение. Выиграйте 10-й заезд Эдис Челлендж. Заезд 10. Мы знаменитые, так что следите за копами. Так, это намек. Это намек, что будут копы. 9 километров. Вы лучшие ребята. 9-километровые гонки устраивать. О, особенно с трафиком, которого здесь тьма тьмущая и игроками онлайн. Прекрасно. Чуть-чуть не справился. Нет. Отлично. Немного не дожал, совсем капельку. А у нас 3 круга. Подожди. Это вся трасса 9 километров или это... Ой, как идеально зашел. Или это... А, да, это 9 километров вся трасса. А, да ладно. Я думал, это 9 километров. Просто какой-то трасса, а это просто кольцевая гонка. Тогда ладно. Тогда я не против. Трассу заучу как раз. Может где-то время. Точнее, сэкономлю себе расстояние. Вот здесь я, скорее всего, себе подфартило мне. Привет. Это Робин. Да, в курсе. Да ладно. Будет клёво. Не вздумай отказываться. Ничего себе. Приезжай. Вот это на меня, конечно, удивило. Risky Devil будет. Так, ну здесь, в принципе, ничего сложного. Кольцевые гонки и спринты. Я прям по миллиметражу сегодня захожу. Прям Ламборджини сегодня тащит.
хоть чуть-чуть. Ну, капельку сделал, врезался. Воу. Хорошо. Хорошо. Так, они где-то там, позади. Ой-ой-ой. Машину чуть-чуть разнесло. А, ну и все, осталось финишная прямая. Круто. Так, чуваки, 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 чуваки. Чувак, извини, я не специально. Нифига себе, я его подкинул. Подбросил. Так, ну это было. Это было легко. Спасибо. 53 тысячи, новый уровень. Следующий заезд. Так, он здесь. Еще одна кольцевая гонка, но пока что мы не будем выполнять ее. Предлагаю на спринт отманул. А, это гонка на время. А, ну давай, тем более. Что-то я забыл то, что у него гонка на время. Я почему-то подумал спринт. Да, и, пожалуй, это будет финальная гонка на сегодня. Итак, полный улет Jughead. Трудно. Погнали. Я здесь уже гонял. На этом мосту тот. Что ж, единственный способ узнать, крутое это место или нет, отжечь на нем. Погнали. Так, вниз сейчас поедем, да? Да, я тут уже катался, эту гонку подобную проходил. Только она была не отману, а просто в свободной игре. Вот тут сейчас почему-то я налажал, хотя обычно не лажаю. Так, сейчас будет здесь только прямая сплошная, это я знаю точно. Так, трамплины, готов? Я не готов к трамплинам. Блин, сейчас будет по этим, по подворотням будет ездить. Да, где завод? Прекрасный выбор. Так, мой нелюбимый поворот. Ну, кстати, я его сейчас хуже прошел. Хотел сказать лучше, но хуже. Так. Отлично. Ой, шикарно. Так, я знаю, что для этого места теперь нужна Lamborghini. Чувак, не получилось, ничего не бывает. Точнее, со всеми бывает. Ничего страшного, не переживай. Так, тут я не поеду. Чувак, на него пути, извини. Ой-ой-ой. Что-то я скорость потерял. Во-во-во-во. Чувак, здорово. Давно не виделись. Так. Ага, было опасно, я боялся врезаться в бензоколонку. Хорошо. 2 километра и минута. Очень даже реально. Носом чуть-чуть задел. Вот прям. Я ж могу здесь проехать? Спасибо. А то просто я не хочу на эти трамплины взлетать. Практически идеально. Практически. Так, сейчас главное войти в нужный поворот. Мы это сделали прекрасно. И все. Финиш. Три минуты надо было. Мы приехали за 2,5 минуты. Неплохо. Привет, ты справился, но еще много.
Спасибо. Так, новое задание на карте. А на этом мы ролик заканчиваем. Хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Это тоже досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующих роликов по Need for Speed. И всем удачи. Всем пока.